Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале HardAssetInfo. Я вам расскажу, как на устройстве Nubia Red Magic 8S Pro добавить отпечаток пальца. Чтобы на данном устройстве добавить отпечаток пальца, вам будет нужно сперва перейти в настройки, дальше найти пароль и безопасность, и здесь же перейти в отпечатки пальца. Создаем, к примеру, графический ключ себе, чтобы у нас было безопасность блокирования устройства, если мы забудем ключ. И теперь добавить отпечаток. Добавляем. Он, как видим, у нас находится по центру экрана. Точнее, снизу экрана. И вот таким образом мы добавляем наш отпечаток с разных сторон пальца, пока он не запишется. Вот, отпечаток записался, теперь можем выключить устройство и разблокировать его с помощью отпечатка. На этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. До свидания.